Это животное в Армении было на грани исчезновения, но теперь все изменилось. На юге Армении среди гор и скал активно обитает король гор. Знакомьтесь, это бизуаровый козел. Это дикое животное является самым настоящим горным скалолазом. В советское время в Армении их обитало около 4000 бизуаровых козлов и армянских муфлонов. Ситуация начала улучшаться в начале 2000-х годов. Законодательство ужесточено, и штраф уже обходился браконьерам в 3 миллиона драм. И это помогло. С тех пор популяция бизуара увеличилась, и это прекрасно. Бизуаровый козел травоядный. Питается травой, листьями и ягодами. Встретить этих животных вы можете на Сиванском горном хребте. Западные склоны Гигамских гор, Хосровский заповедник, горные хребты Гарни, Урц, Мегри и ущелье Нарванг, а также на горном хребте Кусанацлер в Арцахе. А в следующем видео я расскажу о самых опасных животных в Армении. Удачи!